Прыщи, пошли. Вы нам готовы помочь или что? Ну, приплыву. Так, уплывай а, сразу вправо вверх. Черт, хасковая вот тварь. Два хасковых. Не дает. А, контакт снизу, взял, прямо под нами, вижу. Средний. Похож на молотоглава. Да. Праздечка. Два молотоглава. Праздечка реакторная и левый балласт. Так, он сейчас находится на 8 часов, только-только начинает приближаться. Давайте другую. Приближается. Второй тоже там же. Задняя, верхняя не выпадает. Реактор опять пробит. Так, идет на 8-7 часов. В том же направлении еще один идет, сейчас увидишь. Что-то у нас света совсем нету. Реакторная полностью затоплена, у нас, походу, стержни кончились, мы падаем. У нас левая камера балласта пробита полностью. А, сейчас не могу стрелять, энергии уроды. Нету. 11 часов уроды. Пожалуйста, сделайте что-нибудь с энергетикой. Один готов. Удар, удар. Так, мы приземлились. Видимо, без потек не получится, потому что Рейвен сдохнет. Бля. А он же считается. Да. Так, у нас пробитие на камеры балласта и арсенал, все. Так, два буду ползуна. Только в арсенале осталось. Идите, откачивайте его быстрее. Кто там? Медик. Молот честный. На 12 мертв. Так, обломки сейчас находятся дай. Прямо под нами. Это микрокораблик. Не видно ничего там. Ну, пока. Сейчас попытаюсь. Контакты на 2 часа. 2 часа, 1 час. Средний размер. Угу. Это молотоглав. Взял мне сбилку. Так, ну вот сейчас как раз опустимся. Три молотоглава. Три молотоглава все в одном и том же направлении. Так, два молотоглава осталось. Внеплановое погружение. Так, мы пока сели. Два часа все еще идут уроды. Полностью пробит трюм правый и арсенал. Остался один молотоглав. Все, все молотоглавы готовы, желательно их полутать. Я готов выходить. Можно? Сейчас надо сначала приподняться. Трюм надо заделать. С фабрикатором. Еще контакты на 2 часа мелкие, похожи на ползунов. Пока не приближаются. Ага. Так, Сурф, если хочешь выходить, делай это сейчас. Хорошо, пока выхожу. Пока можешь прикрыть. Выхожу. Так, они уходят прямо вверх, пропали с радара. Угу. Тебе. А 2 часа не вижу. Сейчас увидишь. 3 часа. Лодочка, но вроде не Таламус. Не Таламус? Ну-ка глянь, кто тут Таламус. Ну смотри, нам в любом случае надо здесь торможнуться, потому что здесь вход в руины. И тут мелкие непонятно. Цели. Не знаю, это уже не Таламус. Хорошо. Нет, не Таламус, не Таламус. Тогда выходите. Мы как раз над всеми целями сейчас находимся. Выходим. Кто со мной на обломке? Там хаски, ребята. Я их слышу. И они там кого-то чпокают. Боже мой, там, по-моему, хаски ползуна чпокают, или наоборот. Нужна поддержка, ребятки. Прихожу. На подобные вылазки могли бы и трясти. Где близкие, короче, на пушках? Стою. Но только на большой и ага. Вон один снизу, а один слева. Ну, вернее, группа слева еще. Так, с кем предлагаешь? Давай нижнего.
Я не знаю, как к нему к нему добраться, правда? В принципе, мы закончили миссию. Круто. Сейчас так вырвется, скорее всего. Давай, готов прикрыть? Ну, постараюсь. Вот, все. По идее. Там еще слева. А он труп жрал. Ага. Там еще слева с хасками, похоже. Сейчас гляну, похоже, хаски победили ползуна. Судя по звукам. Так, Ксенар, как там, безопасно? Безопасно. Пока нет. Позволь. А. Ксенар, безопасно. Трейси, пошли. Вы нам готовы помочь или что? Ну, приплыву. Так, уплывай сразу вправо вверх. Черт, хасковая вот тварь. Два хасковых. Надеюсь, у нас есть коллекционист. Собака. Или... Готов. Вы издеваетесь, что ли? Вы забыли? Вы сожрали все антибиотики в прошлый раз. Звездец. Так. Я тут не при чем. Свои гарпуны нашел. Ну, значит, мне кранты. Так, у тебя небольшое кровотечение, укусы и кровотечение. Нет, ничего страшного. Ну, может, пока не проявилось. Я думаю, что... Но надо... сканер это найдет? Надо готовиться к худшему. Нет, сканер первое время тоже не видит. У меня все еще есть с собой экстренный запас. А нет, у меня с собой экстренного запаса, он как раз закончился. Есть что интересное? Два стабилации. Ни хрена. О, адреналиновая железа. Хорошо.